Микст, 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 Микст. Он там! Быстрее туда! Ну, слушай, все-таки не зря мы этого города бомбанули. Пойдем сейчас соберем тех разноцветных скалистых слаймиков и потом вернемся сюда, к этому телепорту. А вот и наша пещерка. Сейчас мы ее обследуем, заберем парочку отсюда слаймиков. Так, слаймики. Блин, какая здесь цветочная поляна. Как пахнет. Слаймики, можно я вас парочку заберу отсюда? Так, один есть. Кристальный слайм. Ясно и понятно, как прозрачная скала, что эти слаймы опасны. Воу-воу-воу, что произошло? По-моему, это скалы бомбанули. Ну, точнее, вот такие вот прозрачные. Зачем я его выплюнул? Так, иди сюда быстренько. Ну-ка, если я сюда встану. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Это слайм сделали, это скалистые вот такие. О, нифига себе, они очень опасны, эти разноцветные скалы. Лучше на них не наступать, иначе будет бобо. Так, ребятки, а ну отойдите, разойдитесь. Так, еще один. Блин, очень опасное место на самом-то деле. Нужно... О, давай почитаем заметочки. Однажды я пришел сюда, чтобы собрать кристалл для одного моего маленького проекта. Прошло уже почти 2 дня, как я тут торчал. И тут появились эти занятные кристальные слаймы и стали стрелять в меня этими опасными осколками. Я думал, я коньки отброшу. Кристаллы были для ветряного колокольчика. Готов поспорить, он все еще висит на крыльце Торы. Оно того стоило. Так, я понял. Я понял, что эти кристальные слаймы умеют стрелять этими шипами. Так что нужно остерегаться. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, блински, куда я пришел вообще? Так, вот-вот-вот, слаймики, идите ко мне. Так, еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где-где-где еще один? Есть! Слушай, ну это прям минное поле, очень опасно. Так-так, тихо-тихо-тихо. Ай-о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 й. Куда? Как-то не фартануло мне немножечко. Блин, ну это просто бомбическая смесь. Вот эти кристальные слаймы и лавовые. Точнее, бомб-слаймы. Просто дикий микс. Все, вроде бы я 8 штук собрал, мне 8 хватит. Так, здесь есть проход куда-то. Ну-ка, пойдем посмотрим, куда он ведет. Куда это я вышел? А, слушай, все понятно. Ну и здорово, значит, мы пойдем сейчас обследуем тот портал. Куда он приведет? Так, а вот он наш портал. И куда же ты нас портнешь? Воу-воу-воу-воу, подожди, надо карту открыть. А, на островок попал, прикинь. Нифига себе, надо почитать заметочки. Что это за растение тут такое новенькое? У меня такого не было. Блин, а у меня все места заняты, я даже отсюда ничего забрать не смогу. Так, именно здесь я понял, что мне снова пора в путь. Целый день я был в поисках, стараясь добраться до этого острова. И хотя остаток ночи я провел... А, ну дальше уже сопли, понятно. В общем, придется мне сюда еще разок вернуться. Ладно, я пойду сейчас разгружусь. Прям домой. Отлично. Так, значит. Надо вначале разместить кристальных этих слаймов. Значит, покупаем загон. Загон есть. Пока временно перемещаем сюда кристальных. Добро пожаловать в ваш новенький домик. Надо воздушную сетку поставить. Вот так вот. Я вас сейчас перевезу к другим слаймам, не переживайте. Побежали обратно. Воу-воу-воу-воу, тихо. Нифига себе, ты посмотри, что они здесь сделали. Офигеть, надо было загон повыше все-таки сделать. А денег нет. Ладно, побежали быстрее, сейчас я сюда хочу перенести тех лужица слаймов. Так, украшения пока вот здесь вот оставлю. Идите сюда. Вот так вот, пока стойте здесь. Мне нужно местечко. Освобождаем наш пруд от плортов и убираем его отсюда. Вот так вот. Строим здесь загончик. Загон. Высокие стены. Воздушная сеть. Плотосборник. Кормушка. Блин, денег не хватает. Ладно, пока пойдет. Ребят, привет! Вам сюда можно еще лучше слаймиков добавить? Сейчас попробуем. Так, еще одного можно. Второго. Вроде... Нет, второй уже не прокатит. Ладно, идем ко мне. Ну что ж, значит, великую троицу, сопелек, мы разместим вот здесь.
Хоп, хоп, хоп. А вас, ребята, ой. Чё это у вас? Чё это у вас тут происходит вообще? Походу, вам здесь весело конкретно. Так, вас ждет переезд, ребят, поехали со мной. Блин, как бы туда зайти-то так неаккуратненько. Во. Все, поехали. Чё-то пипец, что они из загона сделали, конечно. Так, ребятки, вот, пожалуйста, здесь побольше места. Ну, в смысле, потолок повыше. Так что развлекайтесь. Нужно еще посмотреть в слаймопеде, что про них сказано. Я так про них и не прочитал еще. Во, кристальные слаймы. Значит, еда, овощи, любимая еда, чудной лук. Надо найти чудной лук срочно. О, смотри-ка, что я тут прочитал. Эти кристальные формирования сверхгорячие и могут лопнуть, если их облить водой. Круто! Ну-ка, сейчас попробуем. Вот, смотри, они тут понаделали этих кристалликов. Давай попробуем их водой облить. Воу, реально. Ой-ой-ой, как круто. Теперь я знаю, как избавиться от этих кристаллов лишних. Блин, ну все, я теперь буду запасаться водой на всякий пожарный. Значит так, ребята, вы любите у нас здесь овощи, да? Ну вот, держите, кушайте. Дайте ко мне своих плортиков, я пойду посмотрю, сколько они стоят. Плорты. Где у нас плотосборник? Вот они, кристальные плорты. Надеюсь, за них много заплатят. Ты посмотри, они 64 монеты стоят. Ух, как хорошо. Значит, так, мне нужно срочно освободить один загон и построить здесь хранилище. Поэтому я предлагаю объединить медовых и радужных смайлов. И посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, будет очень круто. Собираем плорты. Ну что, ребятки, готовы к трансформации. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. О, круто! Радужные медовые пухлиши. Как же это классно. Ну все, теперь их можно кормить мятным манго, и они будут счастливы. И не нужен никакой лук. Мятная манго я отсюда забираю. Медовых слаймиков я сейчас выпущу на волю. Так, а загон я убираю. Уничтожить. Все, здесь я ставлю еще одно хранилище. Вот так. Наконец-то я этот странный бриллиант сюда могу разместить. Ребята, вот вам и мятная манго. Блин, а тут око-око. Ладно, давай око-око заберем. Воу, я открыл еще одну сокровищницу. Тут какие-то камни. Слаймовая ископаемая. Если бы история умела улыбаться, это была бы ее улыбка. Прикольно. Интересно, где они бы мне пригодились? Ну что, пойдем исследуем наконец новую территорию. Что у нас здесь? Во, смотри, какая штука. Чудной лук. Отлично. Я его подсажу. Что у нас здесь еще есть интересненького? Какой же здесь классный берег. Реально можно купаться. Опачки, пещерка, пойдем зайдем. А, ну здесь радужно-кристальные слаймы. Где у меня водичка? Я уже знаю, что тут и как делать. Отстреливайся водой, и все будет ништяк. Так, что у нас здесь? Блин, ну тут, по-моему, ничего вообще новенького. Опа. Это кристальный гордо, смотри, это его задница тут торчит. Сейчас мы к нему поднимемся. Нифига себе, он удачно устроился. А ну-ка, что будет, если я ему в пукан водой надаю? По-моему, ему даже не щекотно. Ладно, пойдем поднимемся наверх. Так, мы забрались наверх. Что у нас здесь происходит, ребятки? Какие здесь радиоактивные радужные слаймы. Так, а вот у нас здесь в бане парится кристальный гордо. А, жалко, я овощи не притащил. Хотя чудной лук у меня при себе. Но двух луковиц ему явно не хватит. Это же еще тот обжора. Значит, пойдем сюда, сходим, что у нас тут. О, да здесь прям какая-то пустыня с парилкой. Опа! Вары! Стопэ! А ну стопэ! Хорош тут хозяйничать. Ну что, мы нашли еще одного горда. Итого, я за сегодня не успел накормить охотничьего горда. И вот этого города. Значит, это переносится на следующий день, потому что сегодня мы и так очень много сделали. Вот. Я сейчас возвращаюсь домой, а с тобой я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайкосики, писать комментарии о том, что мне делать с игрушками, куда их разместить, я даже не представляю. Вот. Ну и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Все. Всем удачки, пока и до нового видосика. А я полетел домой. Вон он, телепорт. Сейчас портнемся. Нужно же хлебыщ.